Работы по благоустройству нового общественного пространства на Юбилейном проспекте идут полным ходом. Совсем скоро здесь расцветут 7 лепестков курая. На данном этапе укладывают брусчатку, устанавливают и бетонируют бордюры, начались работы по монтажу опор освещения. А также осуществляется подготовка площадки для установки сухого фонтана. Одним из прекрасных элементов нашего объекта, который сейчас строится в программе формирования комфортной городской среды, является сухой фонтан. Сухой фонтан, как мы увидели вот по опыту эксплуатации нашего фонтана на площади Октября, он больше востребован, менее травматичен и более удобен в обслуживании. Там будет не вау большой шикарный, а будет простой, аккуратный, маленький, красивый, очень удобный фонтанчик. Планируем там зоны, которые будут со скамейками, с перголами. Все в лучшем виде, как мы умеем делать. Поставка ожидается до конца этой недели. С понедельника встанем на монтаж. У нас сейчас выполнены подготовительные работы, проложены коммуникации, проложен кабель, подготовлены основания под него. Ожидаем вот прихода кессонов, соответственно. После этого монтаж кессонов, закрываем это, все засыпаем и мастим плиткой, ставим форсунки. Благодаря программе формирования комфортной городской среды в Нефтекамске уже появилось 9 современных общественных пространств. А новая аллея будет подарком горожанам к дню рождения Нефтекамска. Ее открытие пройдет 24 августа. Дмитрий Габасов, Юрий Соболев. Информационная программа «Ежедневник».